проснулся во вторник вечером, не планировал уезжать. Все решалось в режиме блиц на гитарном моем чехле. Пыль луганщины и донеччины на сетчатке запавших глаз, отпечатки десятков лиц, отпечатки не тех картин, что привычно забудешь к завтраму. Не цветы в расписных горшках, не объедки от пикника, а руины жилых домов и о хвосте стабилизатора, утонувших в асфальте мин на окраине городка. Я вернулся в гражданский быт, в невоенную обустроенность, но вернулся не целиком. Часть меня прописалась там, где болтанка разбитых трасс, где с гитарами только трое нас, где важнее долгожданный груз развести по своим местам. Не расспрашивай, что и как, я потом расскажу подробности. Нет, не голоден, но устал, мне бы вымыться и в постель, сколько можно, пока пою эту ношу, считай, по гробности, на концерте или у костра, на заставе, на блок постель. Никакого, конечно, здесь ни избранничества, ни подвига. Просто делали, что могли, не позоря своих сидим, чтобы нас не рискнул назвать ни бессовестными, ни подлыми. По прошествии многих лет из историков ни один, чтобы нас не рискнул назвать ни бессовестными, ни подлыми. По прошествии многих лет из историков ни один.